В эти выходные поставить прививку от коронавируса можно будет возле торгового центра «Арбат». На иммунизацию всех желающих ждут 9 и 10 октября с 10 до 15 часов. Там же есть возможность пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. В Тобольске и Тобольском районе поставили прививку от ковида более 47 тысяч жителей. Из них двумя компонентами привито свыше 43 тысяч человек. Напомню, что Тюменская область занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации. Всем уже известно, что чуть больше 900 тысяч человек мы должны привить. Это охватить 80% взрослого населения. Сейчас мы имеем уже около 600 тысяч человек вакцинированных, 550 уже полной вакцинацией. Это дает нам уверенности в том, что мы сформируем коллективный иммунитет и будем меньше болеть новой коронавирусной инфекцией.